Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители нашей онлайн-трансляции. Мы рады приветствовать вас в Рахманиновском зале Московской консерватории на открытии нового концертного сезона Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Сегодняшний концерт посвящен двум важнейшим датам для каждого музыкального учебного заведения. Вчера, 1 октября, вся музыкальная общественность отмечала Международный день музыки. А сегодня мы будем чествовать наших дорогих и любимых преподавателей, неоценимый вклад которых вложен в каждого артиста, выходящего на сцену. Мы поздравляем всех с наступающим Днем Учителя и все, что сегодня будет звучать для вас. Нашу концертную программу открыла ронда Жан-Батиста Мюре. Я прошу поприветствовать участников брас-квинтета. Сергей Самсонов, Александр Фомичев – трубы, Арина Филипенкова – валторна, Михаил Ужиловский – туба, Шамиль Таишев – тромбон. И, конечно, их замечательного педагога Федора Александровича Шагова, который совсем недавно был удостоен первой премии в конкурсе «Московские мастера» как лучший преподаватель в сфере искусства и культуры. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Фредерик Шопен, полонез ре минор. Исполняет лауреат первой премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Александр Мартьянов, преподаватель Сергей Сергеевич Арцебашев. Thank you.
Камиль Сен-Санс. Романс для валторны с оркестром фа-мажор. На сцену приглашается учащийся 7 класса Максим Соколов, преподаватель Леонид Исакович Трегер, концертмейстер Мария Короткова. Петр Ильич Чайковский, концертный полонез ми-бемоль-мажор. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену дипломанта 3-го Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» и финалиста конкурса «Гранты мэра Москвы» Глеба Семенова.
преподаватель Алексей Алексеевич Холодов.
Петр Ильич Чайковский. Вальс Керца для скрипки с оркестром до мажор. На сцену приглашается студент 4 курса Амири Амиран. Класс заслуженного артиста Московской области Ильи Борисовича Ткаченко. Партия фортепиано Даниил Кантуашвили.
Джоакина Россини. Вариации для гобоя и фортепиано. На сцену приглашается студентка первого курса Алиса Шишкова. Класс доцента Московской консерватории, заслуженной артистки Российской Федерации Ольги Владимировны Томиловой. Концертмейстер, почетный работник культуры города Москвы Татьяна Кудряшова.
Ференц Лист. Концертный этюд ре бемоль мажор. На сцену приглашается студент первого курса Александр Погазбекян. Класс преподавателя Татьяны Геннадьевны Титовой.
Дорогие друзья, далее для вас выступит финалистка грантов мэра Москвы, учащаяся 8 класса Софья Фирсова. В ее исполнении прозвучит рапсодия для скрипки и фортепиано «Цыганка» Мориса Равеля. София учится в классе Елены Дмитриевны Ивановой, концертмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Ганиев. Thank you.
Якоб Гаде. Танго «Фантазия». На сцену приглашается студентка первого курса Елизавета Трубникова, класс заслуженного артиста Российской Федерации Александра Наумовича Мнускина, концертмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Ганиев. Thank you.
Сергей Прокофьев. Танец с мандолинами из балета «Ромео и Джульетта» в переложении для двух альтов. На сцену приглашаются студенты 4-го курса Алексей Скородумов и Екатерина Елистратова, класс преподавателя Анны Анатольевны Сазонкиной, концертмейстер Владислав Паутов. Милий Балакирев. Восточная фантазия «Исламей». И я с удовольствием представляю следующего участника концерта, лауреата первой премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и финалиста грантов мэра Москвы Льва Давыдова, класс доцента Московской консерватории Даниила Эдуардовича Копылова. Bye.
Ллойд Верле Рэндалл Эйлис «Золотой век ксилофона». Исполняет студент первого курса Михаил Ушаков, преподаватель Игорь Матвеевич Цитрин, концертмейстер, почетный работник культуры города Москвы Татьяна Кудряшова. Thank you.
Дорогие друзья, первое деление еще не завершено. Скоро оно начнется. Несмотря на то, что в зале очень прохладно, атмосфера, которая здесь установлена, благодаря вашим горячим аплодисментам, благодаря вашим сияющим глазам, можно сказать, абсолютно горячая. А это значит, что музыкальное посвящение, подготовленное сегодня учащимися, студентами, преподавателями музыкального колледжа имени Фредерика Шопена, состоялось и достигло своей цели. Оно обращено очень ко многим, всем тем, кто в жизни которых встречаются такие понятия, как музыка и учитель, а таких людей в жизни, у которых этих понятий не существовало, нет. Но есть еще более узкий круг адресатов. Это люди в профессии, которые соединились, эти две великих ипостаси – учительство и музыка. Но есть еще более узкий круг музыкантов, преподавателей, которые в этой профессии абсолютно достойно, с огромными профессиональными результатами существует много десятилетий. И само время поставило знак качества их профессиональному труду. Это мастера. Это люди, ценные в любом творческом коллективе. Счастливы те, кто встречаются с ними по жизни своей. И в нашей Шопеновке есть такая ценнейшая часть коллектива. И сегодня в их лице, чествуя всех педагогов-музыкантов, мы хотим пригласить их на эту сцену и вручить им дипломы Московской Государственной Думы, которые Лев Ильич Ланспан, президент столичного цеха культуры, готов это вручить. На эту сцену под ваши горячие аплодисменты я приглашаю заслуженного работника культуры Наталью Павловну Козлову, заслуженного работника культуры Елену Михайловну Золину, заслуженного работника культуры сюда Людмилу Ильиничну Лапан, заслуженного работника культуры Софью Львовну Михно. Друзья мои, я прошу продолжить свои аплодисменты, потому что мы благодарны этим нашим коллегам, которые наш художественный критерий, которые наша педагогическая совесть, которые не устают любить музыку и вас, дорогие друзья, и ваших детей, и вы все были когда-то их учениками, и которые не остывают своей профессии и щедро дарят талант всем, кто готов его принять. Поздравляем вас, дорогие друзья, с Днем Учителя! С Днем Музыки! Желаем вам здоровья! И сейчас Лев Ильич обозначит нашу любовь и уважение вот такими прекрасными дипломами. Алия Константиновна вручит эти цветы. Во-первых, перед тем, как вручить дипломы, я хотел сказать, что колледж Шопена в Москве, в культурной жизни Москвы, в музыкальной жизни Москвы занимает одно из ведущих мест. Ну, благодаря вот таким мастерам, безусловно. Совсем недавно весь мир, музыкальная общественность мировая, отметила 155-летие Московской государственной консерватории. И мы ровно такие дипломы по нашему представлению вручили ведущим мастерам-педагогам консерватории. Встретились там с Еленой Ивановной, которая была тоже, как и я, почетными гостями этого мероприятия. И готовили сегодня такие же дипломы от имени председателя Московской городской думы вручить преподавателям колледжа Шопена, что я с удовольствием и делаю. Золина Елена Михайловна. Здравствуйте! Что еще научит так людей?
Ольга Анатольевна, Ольга Алексеевна, я удивляюсь, почему вы не ходите на эту сцену. Я не помню ни одного концерта за многие годы существования детской музыкальной школы имени Мясковского, а теперь и 20 с лишним лет колледжа Шопена, когда не играли бы ваши ученики, не звучали бы ваши педагогические усилия. Ольга Алексеевна, я, наверное, не назвала... Ольга Алексеевна, я же не даром вот искала, понимаете? Это не ошибки, это случай. Ольга Алексеевна Груздева, приветствуйте, пожалуйста, заслуженную работницу культуры Российской Федерации. Заведующая фортепианным отделом детской музыкальной школы Людмила Ильинична Лапан, блистательная. Заведующая струнным отделом детской музыкальной школы Софья Львовна Михно. Софья Львовна, улыбнитесь, пожалуйста. Я сейчас назову фамилию, и зал взорвется аплодисментами, особенно студентов нашего колледжа. Наталья Павловна Козлова, заслуженная работница культуры Российской Федерации. Теория, гармония – это то, без чего невозможно звучание нашего и наших инструментов. Дорогие друзья, но еще я себе позволю сказать такую вещь. Люди, которые на сцене служат музыке, служат нашим детям, они учителя с большой буквы. Но есть в каждом коллективе те, кто готов беззаветно и с возможным присутствующим у них талантом служить этим учителям, служить своим музыкальным заведениям. И это не очень популярная администрация, которая всегда за сценой, которая всегда вне аплодисментов, но которая, безусловно, составляет то русло, по которому течет музыкальная жизнь. И поэтому сегодня была такая возможность у нас поблагодарить и тех, кто отдал нашему колледжу, нашему учебному заведению и много лет своей жизни. И если не так много лет своей жизни, то много своего дарования и таланта. Поэтому, к сожалению, нет здесь Нелли Радьевны Кишинской, которую хотелось бы тоже вручить вот эту такую премию. Но заодно на сцене значительно более молодое поколение нашей администрации. Ну, например, я сейчас назову имя, и я тоже почувствую и услышу огромное количество аплодисментов. Лия Константиновна Селиванова, это новый наш сотрудник. И завуч детской музыкальной школы Антон Валерьевич Сергеев. Лев Ильич, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей очень важной, короткой, но торжественной церемонии в лице стоящих на сцене. Мы приветствуем все наше сообщество. Дай Бог нам здоровья и сил верить в том, что будет хорошо. А музыка нас к этому ведет. Благодарим вас за внимание, и мы завершаем наш концерт и первое отделение. Подождите. Было бы неправильно, если бы я не сказал о том, что святую к музыке любовь многие годы прививает детям, своим студентам, ученикам Елена Ивановна Гудова, заслуженный человек в области внушения в души молодых людей вот этой любви к музыке. И она награждается за это дипломом Московской городской думы. Пожалуйста. Друзья мои, торжественная церемония
завершена, а концерт продолжается. Благодарю вас. Под аплодисменты. Дорогие друзья, первое отделение нашего концерта завершается, и я приглашаю на сцену ансамбль скрипачей «Аллегро», который исполнит для вас произведение Витторио Монти «Чардаш». Руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Аркадьевна Ковязина, концертмейстер Даниил Кантуашвили. Thank you.
Дорогие друзья, антракт 15 минут.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. И я прошу поприветствовать многократного лауреата грантов мэра Москвы, камерный состав симфонического оркестра Московского колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Рыжаев. Иоганн Себастьян Бах, шутка из оркестровой сюиты номер 2. Солистка, студентка первого курса Елизавета Трубникова. Дирижер Владимир Рыжаев. Вольфганг Амадей Моцарт. Маленькая ночная серенада. Финал. Thank you.
Иван Оленчик. Каприз для кларнета соло, испанские зарисовки. Исполняет студент 4 курса Глеб Воронков. Класс профессора Московской консерватории, заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Александровича Петрова. Thank you.
Астор Пьецолла, «Обливион». Солист, лауреат первой премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и победитель одного из самых престижных конкурсов саксофонистов «Андора Сакс Фест» Михаил Казаков. Камерный состав симфонического оркестра колледжа Шопена, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Рыжаев.
Дорогие друзья, наша концертная программа подошла к концу, но мне бы хотелось пригласить каждого участника, выходящего сегодня на эту сцену, и поблагодарить горячими, громкими аплодисментами. Ребята, выходите. Браво нашим участникам, браво их музыкальным наставникам. Дорогие друзья, мы завершили концертную программу очень неожиданно, наверное, для многих из вас, на такой трогательной и очень доверительной ноте. Мне бы хотелось пожелать вам от наших студентов, от нашего учебного заведения счастья и любви не только в профессии. Пускай это замечательное чувство согревает вас по жизни. Пускай оно в ваших сердцах рождает вдохновение. Ну а мы уже готовы музыкой всегда вас поддержать и в прекрасную минуту, и в трудную минуту жизни, ибо музыка всегда с нами. И мы все, здесь стоящие на сцене и сидящие в зале, ее служители. И да будет так. С праздником, дорогие друзья, и браво нашим участникам концерта!